Мы приближаемся к началу эпидемического сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ. По прогнозам Федеральной службы Роспотребнадзора, в текущем году ожидается более раннее начало и увеличение интенсивности эпидемии уже в середине декабря этого года. В прошлый сезон эпидемический подъем на территории области продолжался 7 недель и отмечался средней степенью интенсивности. Обратились за медицинской помощью более 100 тысяч волокжан. Из них 64% пришлось на детей. Более 2,5 тысяч человек нуждались в госпитализации. Среди тех, кто умер в прошлом году, к сожалению, все оказались непривитыми против гриппа. В регионе завершена масштабная прививочная кампания против гриппа. Всего привито более 455 тысяч волокжан. Охват населения прививками составил 38,5%. Что на 100 тысяч более, чем в прошлом 2015 году. Проведенная иммунизация позволит избежать негативных последствий в предстоящем эпидемическом сезоне гриппа и ОРВИ. В настоящее время ситуация по респираторным инфекциям находится на неэпидемическом уровне. Основная задача на данный момент – это обеспечить готовность муниципальных образований к предстоящему сезону